Ребятки, всем привет! Я буду делать сегодня обзор Pop It! И куда ты их? Они убежали. У нас есть морожка и шар. Шар! А расскажи подробнее, что это вообще такое? Это антистрессик. Антистрессик? Да, он вот так вот делает. Есть у меня некое предчувствие, что они пришли на замену спиннерам. Нет. Нет? Нет. Они просто вот так вот делают. А вот этот не делает. В моем случае в мороженке 32. Кого 32? Пупырки. А вот тут 28. Их можно вот так вот жмякать. Можно вообще вот так. Ага. Только здесь твердо, а вот тут вот можно. Опа. Угу. Еще носом можно, да, например? Нет. Не жмякается. А ты вот так попробуй. Что могу сказать? Они выполняют функцию антистрессов. Советую покупать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!